Я сейчас из тебя, блядь, младенца вытащу, ты понял? Эй! Пора позвонить Евкакию. Где-то есть Евкакий Алкоякий. Алло. Алло, братушка. Здравствуйте, с праздничком вас. Тебя также. С Днем Великой Победы. А? Чё, кого? Да, ты решил позвонить, спросить, как отдыхается. О, не поверишь, отлично. Сегодня, блин, даже выспался, 8 часов встал. Ой, красота. Я тоже выспался. Таймер показал, что я 9 часов 47 минут поспал. Я охуел в компрессии. Так меня, блядь, пиздец рубануло вчера. Я вчера пришел и решил на хате, на квартире заночевать. Я что-то вечером сижу, туплю в интернете, что-то раз чую, меня прям рубит, вообще не могу. Думаю, сейчас, а уже 10 часов было, думаю, сейчас до 11 посплю часик, спортлог сделаю. В итоге нихуя, в итоге уснул, блядь, в 0.49 просыпаюсь, блядь. Блядь, проебано все. Пиздец. Сука, твои постоянные ебанущики, скажут, что ты, блядь, халтурить начал. Да если уже не думают так, потому что у меня последний спортлог за 6 был, то есть я вчера должен был долг за 7 сделать, а сегодня уже 9, пиздец. А теперь тебе надо 2 раза, да, делать? Мне надо будет сегодня, вот сейчас помоюсь, пойду спортлог сделаю, это за 7 будет, вечером сделаю за 8, а завтра только за 9 с утра сделаю, и завтра же вечером за 10, вот так вот. Нифига себе, спортсмен, да? Ну а то, блядь. Перекачаешься, будешь такая скотина, знаешь, ходит. Это, Евкакий, я что звоню? Ты не желает ли благородный Дон Евкакий отведать немножко суши? Ну, суши, это такая хуйня с рисом и с рыбой, да? Да. Там еще и сладкие суши из блинчиков. Да ладно, и такое бывает. Да. Ну не хухры себе, мухры себе. Я печенек взял, шоколадок к чаю. Ты меня типа в гости, да, приглашаешь к себе? Да. Это туда, где город, да? Да, это там, где ты с Максоном были моими рабами. А, твоими рабами? Мы все-таки твоими были рабами? Я думал, мы как просто... это... Максона как это выбешивало, блин, постоянно. Ну, у него же недавно днюха же была. Да, ты его поздравил? Я его поздравил, кстати, блядь. Ну, я ему отписался ВКонтакте, по-моему, что ли. Бля, пиздец. Я тут сейчас лежу, короче, в коридоре. Тут подушки это мягкие, блядь. Ага. Я на них лег, камеру направил вверх. Ну, потому что я голомудой лежу. Одежда вся грязная, сейчас стираться будет, блядь. И думаю, заебись, сейчас, думаю, сниму видос, блядь, никто не увидит. А вот смотрю наверх, а там потолок-то у меня этот натяжной. Он же, сука, отражает все, блядь. Нихуя палево, блядь. Да, блядь. А камера ровно вверх смотрит, блядь. Алло, погоди. Погоди. Ты сейчас где? Я сейчас на этом, у себя. На Алросе? Да. Я сейчас буду мыться, потому что от меня пиздец как воняет. Я тоже буду мыться сейчас. Тоже пиздец как воняю. Каскальки? Вчера, блядь, не залез, не смог. Ко скольки тебя ждать? Я не знаю, я сейчас посмотрю, во сколько ты закопал. Я нет, но могу. Я в коридоре лежу на подушках. Mm. Здесь очень я так сейчас, хорошечно. Сейчас я подойду к своему компу, гляну, во сколько там автобус. Просто там автобусы, видишь, они хреново ходят, пиздец как хреново. Ну это да, карантин делал такое. До обеда-то я уеду, а там с обеда там пиздец. Там ближайший с обеда будет только в этот, ой, наверное, часа в 2, наверное, будет. И следующий там
16.14 по Фуглину, в 18.14, короче, в 7 часу. Ну и нормально, с обеда и до вечера. Сейчас я посмотрю. Секундочку. Я, короче, этот, я, блядь, всю себя заставляю, блядь, видос снять. Все, никак не могу. Я же хотел себе заказать этот. И как он, блядь, кронштейн, или как он там. Короче, типа как вот видел, как у меня лампа. Штатив? Вот, это есть. Да, вот наподобие штатива. Видел, вот ты какая у меня лампа? Ну, это штатив себе такой хочешь. Вот, и там, короче, именно такой же механизм один в один. И просто, короче, скрепление мобильника. Что, блядь, можно снимать прям вообще охеренно. Вот, он стоит 1000 рублей. Я хотел себе заказать, а сейчас, короче, не получилось. И вот жду. Я себе купил эту клавиатуру, раскошелился кое-как. Наконец-то. И клаву купил, блин, не поверишь, я лучше клаву не клацал. Вот таких вот блютусовских. Logitech купил себе K380. Ты по-любому видел такую клавиатуру, там весь интернет. Да у меня самого, по-моему, такая же. Она охеревшая. Нажимается прям вообще так мягенько. Для программирования зашибись. Она, конечно, маленькая. Я еще пока привыкаю, но она прям вообще бомбовская. И работает, блин, без нареканий. Так, смотрю, автобус, так, разведчик. Так. Если шторки в коридор замутил. 10. Так, разведчик. В 10-12 я проебал. Так, что у меня ближайший? У меня в час. В час? Ну и да. Отлично. Сейчас, короче, пиздую мыться, стирку ставлю и... Короче, ждём. В 13.14. Он на почте будет, да? Короче, в 13.14 я поеду тогда. Ну и где-то в час где-то 50... Где-то ближе к двум буду у тебя. Ближе к двум, да? Ага. Хорошо, и мобильник, если что, в ванной буду держать. Так что звони. Этот, ты не забудь ноутбук взять, Катя. Ну я тогда заскочу, но на работу ноутбук возьму. Ну. Попробуем. Хорошо, давай, в час ждем. Ну ладно, к двум часам жди. К двум, да, к двум. Ага, да. Да, дождались вы. И в каке придет к двум. Так хорошо на этих грязных подушках лежать. Потому что сам грязный, вонючий, не помывшийся. Но сейчас надо будет помыться и постирать накидки этих подушек. А еще вещи постирать тоже. Надо будет видос допиливать про Русфуленцию. Вот у меня все как-то прям совсем все жестко так встало и ни туда, ни сюда. Видосы не пилятся, а это очень нехорошо. Я это не одобряю вообще. Так, ну а то, что я одобряю, то, что Евкаки сейчас придет. Пожрем с ним суши. Охуительных историй потравим, я надеюсь. Ну, ждем. Она какая лампа? Для стола, чтобы вечером там, блядь, печатать нахуй за столом. Короче, механизм точно такой же, но. Просто там нахуй крепежка для мобильника. Можешь ее так, вот так вот, блядь, всякое разное ее. И она, блядь, высокая. Нахуя ну тебе надо? Она ты взял, блядь, просто штативчик, это обычный селфи-палку за 200 вот рублей. Вот не купишь, я буду тебе нахуй снимать видео. Поймал на слове, блядь, сегодня же пойдем в ДНС и купим. А я давно хотел тебе этот, раскупить тебя нахуй, да, штативчик, блядь. Евкаки, Витька, разводяки. Посмотрите на эту, блядь, хитрую рожу. Ребятки, всем привет! Давно не виделись. Развожу Витька на этот штатив, знаете, который там вот так. Селфи-палка. Вот так вот, короче, чтобы там. Бум! Топово объяснил. Объяснение века. Это самое лучшее, что я говорил вообще за всю историю. Ты, во-первых, скажи, нахуй это видос все поудалял. Сейчас этот перец тебе в лицо полетит. А я люблю перец. Нахуй ты удалился? Там, короче, была такая ситуация, что я когда просматривал эти видосы, и мне стало пипец как это, стыдно. Я краснел, вот сейчас вот видите, да, маленько краснею.
И, короче, я думал так вот, так, нельзя жить, надо, короче, завязывать, начинаю с чистого листа и нахер все видосы. А оказывается, кое-кто, блядь, их себе успел выкачать. Ну, слава ему, Господи, что он, блядь, не выложил в сети. Ну, то ли еще будет? О-хо-хо. То ли еще будет. Короче, и в качестве наказания я выкладываю самые пошлые моменты с тобой. Самые такие прям... Чтоб тебе было неповадно. Что ли, а? Да. Ты же понимаешь, я тебя нахуй сожгу, блядь. Надо будет пародию на Нигана сейчас сделать. Ну-ка. Давай, Кай, возьми эту биту, блядь. Импровизированную. Пару катов, блядь, сделай с этой схуёвиной. Как это было, когда он в камеру-то показывает? Ты фоткать будешь ли снимать? Снимаю. Накажу я тебя этим жезлом. Отхерачу тебя по ногам. Потом ты станешь мягким местом на радость великим господам. Вытяни ее это, вперед. Вперед, не, вниз, 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 вниз. Вот как бы в сторону камеры вытяни ее. Вот эту лопатку в сторону камеры. Ты нахуй. Что-то мне сказать хотел. Давай. Я сейчас из тебя, блядь, младенца вытащу, ты понял? Вытащу вот этой лопаткой, проведу, как говорится, вскрытие. А теперь давай рожу такую серьезную сделай, как будто, блядь, этот Шайнуров как будто опять накосячил, блядь, опять набухался, блядь. Захуярю, типа. Ай, собирать лопаткой. А, и давай. Давай, этот, давай лопаткой. Отрежешь это. Себе, ну там потом. И в каки, давай еще раз. Я схожу к тебе в гости. Да. О, открыто, нихрена. Ты дурак, а? Иди нахер. Все натурально, как и было в первый раз, когда ты пришел. О, бля. Держи камеру, я завяжусь. Я подвяжусь. Короче, когда я в каки зашел, я был без полотенца. Маленько. Процентов на 100. Да. Суть в том, что я постирал себе свое шматье. А потом до меня дошло, а я сам-то в чем буду? Меня встречал а-ля Натуре. Натурал, и как хотел сказать. Актурал, блядь. На твоем, блядь, на твоем. О! Я на своем монтировать видосы сейчас буду, блядь. Не знаю. Как это? Нахуй ты видос удалил? Останавливай давай. Хлебом пахнет хлебушек. Вот поэтому и удалил. Хотите уебать и в как я? Ставьте лайк, чтобы... Витя, ты же понимаешь, я больше к тебе хуй приду, как в гости. И никто не будет выполнять за меня черную работу. Да, поэтому и в хаке сегодня будем только гладить, только пылинки сдавать с него. Витя напрашивается. Можно я стукну Виктора? Нельзя. Ногой или табуреткой? Пишем в комментах. Мне даже интересно стало, что напишут. Хэштег. Спасите Виктора, удальте Евкакия. Нет, наоборот. Удальте Евкакия, спасите Виктора, да? Комп подключил? Да, переворачивай, сейчас его разбирать будем. Не будем, на. Будем, на, подключим диск. Диск? Да, диск, я тебе покажу, как это делается. Я знаю, как переверни. Это делается. Там крышка снимается, диск я отключается. В курсе. Ты не, нихуя ты не в курсе. Вот всему его учить надо. Вот, а я еще, блядь, прихожу к нему в гости. Он мне тут грязью, блин, поливает. Отвертка есть? Ну ты и в каке, тебе надо. Ты еще и отвертки не принес с собой. Ах ты ж, блядь, отвертки. А Максон с собой все таскал. Максон молодец. Поэтому он к тебе больше в гости не ходит. Это я вот, блин, наивный. Максон просто сообразительный. Он понял, что лучше свалить в Алтай. Иначе я заебу просьбами. Шайтан! Купи шайтана мне, шайтан! Да кручу я, кручу, не очкуй. Ты видел, какие они тут длиннючие? Подожди, ты то крутишь или не то? То я кручу. Мне надо вот эту крышку снять, там жесткий под ней. Угу. 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 Видел, какие длинные? Свет включить. У меня правда длиннее, но сейчас закажем суши. Пока суши будут готовиться, я сделаю спортлох. Ты меня поснимаешь.
получается, меня заманили в это логово по предлогам, что мы будем кушать суши. А сейчас я узнаю, что суши это не те суши, а которые другие суши, которые какие-то сладкие суши. Это типа, знаете, там фаршированные блинчики, это он называет сушами. Евгений шутит. На самом деле будут и те, и другие суши, и классические, и сладкие. Я не хочу сладкие, я хочу мега-классические. Будут мега-классические и сладкие. Хочу японско-классические. Будут японско-анонистические и сладкие. Поехали в Турцию. Поехали. Там закажем японские сусы. Так, 4 есть. Теперь надо... Батарейка сох. Видели, какие коммутаторы тут еще? О! Как от КамАЗа прям. Мне вот этого бы... Вот я бы вот бы, да? Вот это вот. Тут сколько, кстати, лет? 4500. Мне этого... О, миниатюрный пауэрбанк. Захерачу на свой этот. И все. И все будет работать. Цыганка. Сегодня 9 мая. Кто, не в курсе. Всех поздравляем. Мой спортлог вы, наверное, уже увидели. Потому что это видео будет монтироваться чуть позже. Так, я его снимал. Снимал я его вот так вот. Спортлог у меня, кстати, юбилейный. 100-й будет. Вот не дай бог у меня, блин, сеструха увидит, что я тут, блядь, вытворяю, она меня не простит, она меня отпинает ногами по лицу. Главное, что она увидит, что ноутбук после этого целый, живой и невредимый. Главное, не давайте ссылку на это видео моей сестре, а то у меня будет отпиненное лицо. Напинанное. И ты обязательно сними на это видео. Похер, что с тобой будет, главное, видео снимай об этом. Няшка. Хуйняшка. Ага. Осторожно, не тряси ты его, это жесткий диск. Ну, рельсы, наверное, не надо будет откручивать. Не надо, и так его вставим, блин, ладно. Это что-таки обычный SSD, и он легкий. Цыганка, я твой зеленый космонавт. Ой, перейк! На 120. Частота запись чтения 400? 500? Вроде бы. Че вроде бы? Скажи мне конкретику, я хочу конкретику. Сколько? Много. Много. Не разбей. Не тебе меня учить. Главное забыть его снять, а этот оставить. Ты просто крышку вдерни и все, и... Я сейчас тебя, блядь, вдерну об занавеску. Не занавеска, а шторы. Ты слишком. Ты слишком громкий. Громкий. Среди зомби не выживу, да? Блядь! Рука, жоп! Там что-то... Я куда-то шагнул, все упало. Поворот не туда. Да. Да и хуй себе, пусть на полу лежит. Ты в курсе, что эта фигня сгорает, бывает время? Время бывает такое, что она сгорает. И тут она не операционка стоит. Бывает. Бывает. Бывает, не бывает. Главное, болт. Собака да. Бывает кусучей. Только от жизни ебучей. Это хорошо, что я, блин, отключил питание от ноутбука, а то он еще и ноутбук бы, наверное, полетел бы. В сторону космоса. Ну то было. Переносочка, за ней оба блока полетели. Так, что у нас тут стоит? Там Ubuntu стоит и Windows. Сейчас, когда включишь, сразу вниз нажимай. Вниз. Он сейчас скажет нет, он скажет вот меню, загрузчик хочу. Защита организма сработала. Защита на уперство и в каке. Вниз. Наоборот, вверх. Ну ошибся, ну бывает. Он только что изменил мнение свое. Да. Это надо было проверить и в каке на послушаемость. Ага, на вшивость, ну. Сейчас и в каке будет колить, я буду монтировать видосик. А вы наслаждайтесь просмотром, пока есть возможность. Да. Следующий приход и в каке будет, наверное... Никогда! Да. Так, единичка. Лузер, да? Подожди. Лузер. Ох, мразь. Не. Единичка? Да, все. Number one. Сейчас мы покодим немного, потом суши покажем вам еще. Покажем суши? Отходим. Покажем суши. Если... Ты
Что там, к Пахульке зашел на стрим? Напиши ему, чтобы помахал рукой. А, ты уже снимаешь? Да. Пах, помаши рукой. Ну он тебя не услышит, блядь. Поздравляю с Днем Победы. 9 мая. Праздник. Всем привет, всех с праздником. Пашка. Блять. Максим? Зачем Максим? Нет, по... рукой. Помощи рукой. Да, помощи рукой. Да подожди, да подожди, да ты отправь, блядь. Это щи, блядь. В смысле щи? Ты, блядь. Сука. Ты отправил помощи. Паша, помощи рукой. Бесноватый, блядь. Сука. Напиши, я у Виктора. Помоги. Пиздец. Пиздец. Помаши. Топово ты отражаешься, блядь, на черном фоне там, блядь, как будто у него на стриме сидишь, блядь. Тебя с праздником. Он меня скотина не поздравил. Какого хера? Я Евкакий, а ты нет. Когда ты Евкакий, у тебя дополнительные привилегии у Пахульки. А я тем временем напишу с доставку суши. Так, что она нам сказала? Добрый день, ваш заказ принят. Ориентировочное время ожидания заказа 80 минут. Я напишу. Моему другу очень понравился ваш голос. Вы не могли бы поздравить нас с 9 мая? Виктор и Евгений. Мой прадед, кстати, на войне погиб. Так, ну-ка. Что там Пашка шепчет? Я общаюсь. Нет, я не общаюсь. Он с кем-то там общается, что-то там обсуждает. Ты прекращай доебываться до этой мадама. У нее голос очень шикарный. Мне он понравился. Тебе за ее голос нахуй 5 лет как минимум дадут, блядь. Я думаю, она совершеннолетняя. Я думаю, что ты, блядь, несовершеннолетний, блядь. Ты что беспокоишься, Кофи? Все, он тебя спалил. А потому что, блядь, ты меня в краску вгоняешь, понимаешь? Зато не скучно тебе будет. Сидел, скучал, унылый был. От нас веселье. Ты намекаешь, что я унылая какашка? Нет, я намекаю, что со мной у тебя жизнь веселее будет. Ты меня че нахуй, уже в ЗАГС, блядь, зовешь, что ли? ЗАГСа у нас, кстати, не будет скоро. Его расформировывают, по-моему. Ну и все, нахуй, жениться не надо, блядь. Замуж выходить не надо, разводы хуй тебе, на. Вот тоже сиди и Пашки стримы смотри, да? Пашка, стримчики, каждый вечер тебя смотрю, спать ложусь, включаю и заебись, засыпаю. И заебись, да. Чё, о, нифига, смотри, что он делает. О, вообще отлично, закончилось. Че, ребутнем? Да. Я считаю, что тебе надо думать о хорошем, блядь. Вот он, сука, что ты сейчас сказал про его суши? Думать о хорошем и жрать нахуй суши с козюльками. Он думает, что она сейчас начихает наш суши. Я ей сказал, что наш дед погиб, прадед погиб на войне. Выбирай нахуй отвертку, блядь, какую я буду нахуй сейчас пыркать, блядь. Какой отверткой будешь жрать суши, да? Ну ты так покончил вроде бы. Че там? Пашка продолжает шептать. Очко, блядь. Ну мало ли кто тебя, как я знаю, блядь. Ты столько настрадался в этой квартире. Восстание вдруг замутишь. Моя жизнь это боль. Я страдаю. А-а-а. Прям попаду, нет. Нихуя. Да, но добить захотелось-то. Добей, сука. Евкакий, контент создаваки, блядь. Контент создаваки. Ну, блядь, как это еще назвать? Смотрите, как надо правильно насыпать кофе. Лайфхак от Евкакия. Если ложка не помещается в кружку. Не помещается. Тогда надо насыпать вот так вот. Как приправу. Главное не переборщить. Ложка значит ложка. В гостях нагреть не нужно. Ну иногда можно, да? Я ложку положил. Сейчас я Евкакия набухаю, посмотрим, что дальше будет. Я не бухаю. У него не получится. У него даже и близко. Пишите в комментарии, если хотите вновь увидеть бухого Евкакия. На самом деле тоже нет. Не хочу хромать на вторую ногу. Я тебе, сука, все коленки нахуй отобью, блядь. Ты можешь.
Тем временем к нам пришел заказик. Евкакий, открывай. Анбоксинг суши. Суши анбоксинг. А, даже так? У этого. Я думал, мы там... А, ну я так же и посчитал, но... Ебать, наверное, килограмма два. И все, блядь! И в окно побежал. Да, килограмма два где-то. Как мы это сожрем все. Как Евкакий сейчас будет мучиться с пакетом. Не мучься ты уже, блядь. Открой его. Сделай анбоксинг пакета нормальный. Так, у меня батарейка садится, надо подключить пауэрбаночку. Ну, подключай, я пока не буду. Давай. Да где он? Ну, пауэрбанк, блядь. Что ты на него орешь? Он не виновен. Сына назвать... Не давать, если ты ему укажу. Сына назвать пауэрбанк, да, блядь? И орать его на него, блядь. Что с тобой не так? Давай, продолжаем. Продолжаем нашу небольшую дискуссию. Мы заказали пожратники. Евкакий заказал пожракий. И охреневаки. Оно как тортик выглядит. А, это шоколадный суши. Это сладкие суши. Это, походу, туда же, из того же набора. И порции здоровенные. Тут у нас ХЗ. Рекламку чучок. Сделаем им сейчас. Так, сделаем так вот. Сейчас покажем, заценим, что это у нас такое. О, как оно красиво выглядит. Оно еще и горяченькое, по-моему. Руки свои. Так, и... Наводим. А, ну это, наверное, повторка, нет? Это тоже горячее. Нахера я закрываю, мы сейчас все равно будем жрать. Ну, что там вот... детям? Детям? Что там? Что там? Я ребенок, мне два чувака. И две жвачки. Это отбеливатель, будем стирать вещи. Черный отбеливатель, блин. А это, походу, хуйня под отбеливатель. О, три жвачки, ну нихуя. Смотрите, если было три жвачки, значит это должно быть, бляха, муха, три чупа-чупса. Курьер спиздил чупа-чупс. Раз, два, три, елочка горит. Вон она, четвертая жвачка. В итоге получается по чупа-чупсу. Он спиздил два чупа-чупса. Четыре жвачки. Пиздец. Начинаем уплетать. Все, приятного нам аппетита. Это был Евкакий. Может, еще чего-нибудь расскажем сегодня. Ты не Евкакий, я Евкакий. Я про тебя говорил, это был Евкакий, я же тебя снимал. С вами был Евкакий. А, да. Господа, Евкакий тут совсем решил мне номер показать. Я не знаю, как это назвать. Он васаби, короче, жрет ложками, можно сказать. Палкой. Бревнами. Бревнами, да. Тот кусок он решил захавать. Я до этого сейчас его сожрал, и нормально. Я этого не видел, и зрители тоже. Красота. Ты хоть суши заешь, а то совсем бедняга обвасабился. Сейчас полыхнешь. Блин, аккуратнее, пролил все здесь. Ты офигел, блин. Пролил он. И как и на свинячил. На вкус суши удались. Суши вообще охуенно удались. Да, нам, кстати, этот не привезли то, что мы еще заказали. Не, мы две порции заказали каких-то из суши, по-моему, вот этих вот. А нам только одну привезли. И девушка нас так и не поздравила. Мы ее попросили поздравить нас, операторшу. И в как и просит, я пишу, да, сделайте и поздравьте. И в как и хочет это удалить. Ну, пускай она делает, но поздравлять не надо. Ты ей написал? Да. Попросил там с праздничком, там вся фигня. Да. Она тебе что сделала? Она проигнорировала. Вот. Заказ приняла, заказ отправила. Зачем ты еще раз ей пишешь? Потому что она нам ответила, когда я написал, что очень понравилось. Слушай, просто она говорит, молодежь сейчас она такая. Пишет, она пишет, о, мы очень рады, что вам понравилось. Ну и в какие... Твои комментарии, твои возражения на этот счет? Без комментариев.
Значит, пишем. Евкаги просит, чтобы поздравить. Я не пишу ему ничего. Поздравьте моего друга. Он опечален. Пиздец, как я даже не видел глаза ее, а уже так переживает. Я не переживаю, просто это... Это что, это выход за рамки? Да. Стереотипов, навязанных нам обществом. Не, не так, по-другому маленько. Понимаешь, смотри, если человек тебя не поздравил с праздником, значит, ей это либо неинтересно, либо из принципов она этого не хочет делать. А если ты сейчас ее еще раз подначиваешь на это дело, она, блядь, кинет свою козюльку нахуй в ту хуйню, потому что сейчас заказ, блядь, идет. Ну, сюда еще один, блядь, приедет. И жрать его будешь ты. Какие тебе официантки суровые обслуживали, что так ты боишься, ты несешься перед ними? Меня не обслуживали официантки. Они тобой издевались, да? Данные. Пиздец, такой зашуганный, такой зашоренный, как я с тебя в ахуе просто. Не пролей будешь вторую. Будешь жрать или будешь... Буду. Делать вишу. Я просто немного делать. В шоке с Евкакия. Столько зажатых человек, бля. Не то, что зажатый. Еще поздравьте Евкакия, напишу и все. Пиздец. Вот у нас она нам отправила до этого. Вам уже едет. Курьер ожидаете. Скоро он будет у вас. Приятного аппетита вам и вашим близким. И также извините, пожалуйста, диспетчер неправильно переписал ваш заказ. И вместо 2 порции Филадельфии Блэк он записал 1 порцию Филадельфии Блэк. Ну и посчитали вам тоже, соответственно, 1 по чекам. Подскажите, пожалуйста, если вам нужно, то мы вам довезем Филадельфию Блэк 1 порцию. По рекомендации, по настоятельным, умолительным просьбам Евкакия, я также цинично и бездушно ответил ей, говорю, да, сделайте. После чего она начинает с вами заигрывать смайликами. Хорошо, еще это и смайлики. Это не заигрывание, у них, блядь, висит этот сраный заказ. Они... А смайлики у них тоже висит, приписано писать, да? Это, блядь, в рамках общения, культуры, речи, там, вот этого там, эй! А поздравить это не в культуру речи, поздравить это попросить отсосать, да? Да. Пиздец ты, Евкакий, блядь. Такой праздник святой обгадил. Понимаешь, смотри. Как тебе сказать-то, блядь? Ну она, блядь, она ничего, она робот, блядь. Она Алиса, блядь. Робот не может смайликами хуячить. И она искусственный интеллект. То есть только что живую девушку обозвал искусственным этим. Искусственным карбоном обозвал ее, интеллектом. Карбоном? Я не понимаю этой логики. Моя логика неоспорима. Ее тоже. Потому что... И твоя, блядь, тоже. У меня все логично. Она пишет смайлики, значит, она согласна более раскрепощенно общаться с нами. И давай еще скажи, смотри, если она тебе пишет, и отправляет такие смайлики, значит, она, блядь, с тобой еще и заигрывает. Ну, не заигрывает, а играется в том плане, что может и поздравить. Значит, поздравить будет для нее абсолютно полька вещей. Она кошечка, да? Ну, не так. Евкакий, что ты опошляешь? Сука, лишь бы лежу по трапу тебе устроить. Ну, блядь, из тебя это так льется, понимаешь? Поздравить с Дедом Мая, что пошлого? Евкакий. Человек, блядь, не хочет тебя поздравлять, блядь, с 9 мая. Почему? Может, она знает, что ты не служил. Не служил, значит, не твое, блядь. Откуда она знает, что я не служил? Она же спорлоги мои не смотрит. Она же, блядь, искусственный интеллект, она все знает. Она не смотрит мои спорлоги. А может, ей скинуть? Ай, блядь. Написать, я пожалел от ваших суши. Сделать мне компенсацию. Я не могу даже с тобой, блядь, спорить. Евкакий, потому что у тебя спор неаргументированный. И раз она ласково говорит, ты говоришь, что старее, чем 24 года, то они устроятся девушкам. 25. Старее 25 им не устроятся, значит, они должны нас развлекать. Где-то с 19 до 20, либо что-то такое. Вон, а еще смайлики нам хреначила. Панда эта. Игривистая. Не, ребят, что-то здесь не то вообще. Я недоволен, что вас не поздравили. Я доволен. Напишу и, короче, ваше поздравление не дошло. Да ёб твою мать, ты что доебался с этими поздравления? Напишу, хорошо, напишу. Друг интересуется, а поздравление будет и... Ты ёб твою... Ты как? Ты как?
Я сейчас кто-то... Хорошо, подожди. Она откуда знает, что ты здесь? Мне просто не нравится, что ты приобщаешь меня туда. Я тебя никак не приобщаю. Приобщаешь. А может, речь про Макса идет? Про Максона. Максон, или про Пашку. А ты вообще тут присутствуешь, нет? Ну, видео есть, где он тут у меня на диване трынь-трынь делает. Трынь-трынь. Кстати, может, он имел в виду, может, эту девушку из суши. Маша, сожру. Юкай. Ох и мерзость. Мне похуй, ты жить, что хочешь. Вот так бы и давно уже. Так, ты, потому что Евкагий просит, чтобы поставили. Евгений Гладков просит, чтобы поставили.